Хотя... Чё, блин? Надо же деньги набирать. Надо же набирать деньги, а тут что-то брезгую, значит, воевать. Неправильно это все как-то. Стоять. За нас повоюют другие, пускай, пока что. Блин, а у меня отобрали этот арбалет-то. Офигеть, веселье. Слезай с лошади, скотина. Хорошо, она здесь не легается. Хотя такую кольчугу легнуть было бы нелегко, я думаю. Стоять. 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 Сейчас ты у меня получишь, тварь. Это мой. Вот уроды, ему оставалось нанести 2 удара с половиной. Давай, давай. Ну что, мы победили? Или нет еще? Или там еще будет порция? На. Понятно, кто-то решил срочно свалить куда подальше. Но у него этого не получилось сделать. Что хорошо. Так, спасибо за помощь, однако мы не знакомы, как вас зовут? Меня зовут Мистер Бомж, здравствуйте, Мистер Бомж, я лорд Кнудар. Спасибо за помощь, надеюсь, мы еще встретимся. Сдаюсь, сдаюсь, отзовите своих псов. Бэрон Гатбэк, или Гетбэк, хрен знает. Отныне вы у меня в плену, скотина. Уродец, ты у меня в плену, понял? И пара твоих ложков у меня тоже в плену, привыкай. О, шапочка. Какие вы богатые вояки вообще. Я просто офигеваю с ваших сумм. С вашей экипировки. Ладно, давайте будем искать. Будем искать добровольцев. В этих деревнях, нетронутых войной. Жуть какая. Просто жуть. Я потерял всю свою армию уже в 50-й, блин, раз. Вот такой вот я хороший командир, который лезет на 300 человек, которому наплевать вообще абсолютно на все. Но я хотел отстоять город, черт возьми. Я думал, что мне это получится за крепостными стенами сделать, но не получилось нифига абсолютно. Потому что мне прилетело несколько стрел в очень неудачный момент. А так бы я, наверное, еще повеселил бы там народ. И убил бы еще 20 человек. Если бы еще один палкой не размахивал, как угорелый. И мне бы тоже не прилетело с его палки. С копья, по-моему, даже. Не знаю, что там было. Палка, копье. Так или иначе, он не тыкал ей, а размахивал стороны в сторону. И мне тоже досталось. Короче, не повезло малости в итоге. Я не смог сделать все, на что я мог бы быть способен. Мне нужен... мне нужен уровень раскачать... раскачать мощный выстрел. Купить лук. И завязать с этим арбалетом. Потому что он заколебал меня уже. Хотя было бы на что покупать, черт возьми. Денег нет, я говорю, что это про покупки. Ну, я пока прокачиваюсь сам, именно. Вот. Я уже гораздо лучше держу всякие удары, гораздо лучше атакую и все такое прочее. Вот. Больший вклад могу, собственноручно, внести в битву. Когда эти войны уже закончатся? Сначала я ждал начала войн, теперь жду, когда они закончатся, потому что я чувствую, что нам сейчас не очень хорошо будет. Если это... продлится еще хоть сколько-нибудь дольше. Потому что зеленые-то отнюдь они не слабые. Вот, и могут нам задать жару. Давайте в брешь сходим.
Что уж тут. Посмотрим, что там. Может быть, знакомых найдем старых. А может быть, никого не найдем. А может, продадим пленных. Так, давайте продадим все то, что у нас там есть. А у нас нет практически ничего. Справедливости ради сказать. У нас еды-то даже нет практически уже, блин. Все подходит к концу. Мне бы арбалет вот такой за 22 тысячи. Но мне бы сначала хотя бы 22 тысячи. Хотя бы. Требуется силы 14. У меня столько нету. Столько у меня, блин, нету. К сожалению. Но то, что я остался без дальнобойного оружия, это очень плохо. Это некомфортно ощущается. Я надеюсь, здесь есть посредник. Ты посредник, рыжий. Рыжий, я вижу, ты посредник. Нет, ты путник. Скотина, мне нужно продать своих этих. У меня там есть рабы-то вообще? Ну, рабов трое. Так, в этой деревне я, по-моему, только что был, да? Надо вернуться в свою деревню, посмотреть, что там у нас. Восстановилась она или нет? Нет. Она, по-моему... Ну, не знаю, короче говоря. На нее, по-моему, только что еще раз напали. Короче, фиг его знает, какая это творится полная ахинея. В последние несколько дней... Во всех этих деревнях я, по-моему, только что был уже. Ну ладно, загляну так или иначе еще раз, вдруг я ошибаюсь. Мне чувствуется, что наше государство сейчас опять будет потихоньку уменьшаться. Из-за этих опрометчивых решений в плане политики, в плане того, что мы начали войну с еще одним государством, которое очень сильно на данный момент... Гораздо сильнее, чем наши войска все вместе взятые. Даже один отряд у них может быть гораздо сильнее, чем все наши войска вместе взятые. 250 человек у короля. Это нехилое количество. Так, лорд Олаф. Лорд Олаф послал я его в задницу, лорда Олова. Олова. Лорд Олову. Куда он там собирается? Где он вообще? И гнем с огнем не слышишь. Вот когда приказывают явиться, блин, куда я им явлюсь, если их нигде нету? Где их искать? Так. А, у меня лорд Вернер есть. Поэтому, типа, все круто. Ладно, я с ним еще похожу немножечко, а потом за него выкуп предложат. Тысячи, так полторы, наверное, минимум. И будет неплохо совсем. Наверное, опять-таки. Ни в чем не уверен. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там, где он, лорд Олаф. А может быть, мы к нему все-таки явимся. Здесь есть кто-нибудь? Ты лорд Олаф? Или не ты лорд Олаф? Ярл Кнут. Мистер Бомж. Мне сказали, что граф Герлуч победил вас, но мужайтесь, скоро все изменится. Так. Где кто? Где кто? Это надо Бабенца и спрашивать. В пути он сейчас возле замка Амбиан. А где замок Амбиан? По-моему, не близко. Это, по-моему, захваченное что-то должно быть. Конечно. Попробуй тут, доберись до этого замка Амбиан. Тебя три раза грохнут по дороге, я чувствую. Как в какой-нибудь мафиозной разборке в стиле 90-х. Там все зеленое по пути к этому. Либо коричневое. Короче, мы теряем все свои владения, которые... Но захватывали за последние, там, не знаю, несколько недель, наверное.
Так, давайте еще сюда заглянем. Может быть, здесь кто-нибудь наймется. 4 человека. Ну, неплохо. Лучше, чем ничего. У меня уже 40 человек есть. Чьи-то следы. Чьи-то следы. Еще какого-то отряда следы. Видимо, это крестьяне, скорее всего. Ну, что за серые следы, я не знаю. Так, он попробует, добери... Что, только что просрали этот замок, что ли, или что? Что-то я уже никакого замка Амбиан не вижу. Только что был здесь, по-моему. Куда он подевался? Или я с этим спутал? Или что-то типа того? Замок. Замок Амбиан. У нас от территории-то ничего не осталось. Вообще. Абсолютно ничего не осталось. Только что захватили, видимо, этот замок. Где он мог быть-то? Попробуй найди среди этих мелких надписей. А, вот он. Мне показалось, здесь буква L. Короче, все еще... Он все еще с нами, этот замок. Здесь у нас что? Так, примирение между королевством Роддоков и Сарадинов закончено. О, господи, куда я нарвался? На что я подписался? Это не есть хорошо. Какие-то одни ополченцы. Низкоуровневые. А там одни профессиональные войска. Так, вижу там. Ну, не так, чтобы очень профессиональные войска прям. Так, эти слушаются меня, да? Нет, они слушаются своего командира. Давай, Бундук, удиви их. Удиви их, просто удиви их. Так, я позади вот этих... А эти-то что не стреляют? Они бы лучше стали и стреляли бы, чем со щитами куда-то там идти. В атаку. А, у них дротики. Понятно. Понятно тогда все. Сейчас подеремся. А ты куда в заднице на меня пошел? Ты тоже иди нафиг. Тихо. Спокойно. Спокойно, говорю. На коне меня еще тут прессуют. Прям вообще обнаглели. Думаю, что я такой живучий, что прям стоит на меня тратиться в виде 40 воинов. Ладно, я всех убью, гады. Я предупреждаю, блин, все от меня отхватите сейчас. Отхватите, блин. Я не шучу. Не хватит меня бить. Хватит бить меня. Вот и все, отхватил. Иди сюда. Сюда подошел. Вот так тебе в почку бил меня, да? Урод, сейчас ты будешь отхватывать. В виде сдачи. Вот конница она напрягает. Она может положить до кучи просто наших. Получил. Получил по наглой роли. О, валим, валим, черт возьми. Отстаньте, уберите их от меня. Вот зараза, а. Уберите их от меня, черт возьми, они меня сейчас порубают. Засранцы. Черт возьми. А теперь в гущу событий.